22 августа по всей стране отмечается День государственного флага Российской Федерации. Праздник посвящен возрожденному флагу России, национальному триколору. Цветам российского флага приписывается множество символических значений, однако официального толкования не существует. Но самая популярная расшифровка следующая. Белый цвет символизирует благородство и откровенность, синий – верность, честность, безупречность и целомудрие, ну а красный цвет – мужество, смелость, великодушие и любовь. Праздник относительно молодой, отмечается с 1994 года, но уже имеет большой статус и популярность. В честь Дня флага во всех крупных городах нашей страны проводятся мероприятия, посвященные этому празднику.